Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас снова выпуск на моду на игру Кадо Соседа, который присылают подписчики или просто гости канала. Короче, этот мод, это полная версия ремастера от Игоря Чена, Кадо Сосед 2. Ё-моё, как всё открылось сразу. Короче, будет ссылка на этот мод, и там одновременно ремастер на первую часть и на вторую. Он просил снять выпуск на ремастер, ну и Игорь Чей. Я открываю первую часть, иду записывать, смотрю. А мы уже снимали этот мод. И эту же самую полную версию, часть. И такой, что это я ее снимать должен? Мы же ее уже снимали. Потом я посмотрел и понял, что там два уровня новых добавили. Игорь Чей, правда, не упомянул этого, когда мне присылал этот мод. Я пытался пройти эти два уровня на записи, и у меня не получилось. Они очень сложные, я не сумел их пройти. Ну и, короче, этот выпуск по этим двум уровням, он не выйдет. Мы сразу ко второй перейдем. Попробуем снять вторую часть. На борту. Для того, чтобы соседу убежать от этих мучающих пакостей, он закупил билет на большой кругосветный круиз. Начало его пути будет сразу же не таким. Наш герой тоже решил купить те же места и отправился вместе со своей группой в этой... Короче, нас вот обучат. Наверное, этот уровень мы уже с вами проходили. Вот классно, кстати, что он сделал так, чтобы сначала Ольга, потом и Вуди заходили отсюда, аналогично соседу, потом. Это отлично. Молодец, правильно. Это прям классно, что он так сделал. За это респект. Мы не будем в этом выпуске все уровни эти проходить, потому что на это уйдет до хрена времени. Мы просто посмотрим в основном. Этот уровень у нас уже был. Ладно, я предлагаю этот уровень пропустить, потому что он у нас уже был. Остановка номер один. Этот уровень, по-моему, тоже у нас был. Сейчас проверим, так это или нет. Да, этот уровень у нас уже был, и я не смог пройти его полностью, как минимум. Потому что вот здесь загорожено, сюда не пройдешь. И из-за этого очень-очень сложно, непонятно, как проходить. Писали мне там, по-моему, в комментах, как проходится этот уровень, но я уже, если честно, не помню, сейчас смотреть не буду. Давайте посмотрим новый уровень. Ага, этот по-прежнему недоступен уровень. И вот эти, у которых вот этих вот циферок нет, они недоступны. Я так понял, точно в яблочко. Давайте по морю, что там пока звучит гонг, давайте это посмотрим. Был ли этот уровень у нас? Вот этого вот уже не помню. Хотя, может быть, и был, но вот этот я, по крайней мере, не помню. Но вот эти, но первые два точно были, я прям помню. Мы будем смотреть на тех, которых не было. Если хотите сами все узнать, ссылочка в описании будет на этот моб. И на первую часть тоже. Но знаете, они сложные. Усложненная версия Кадо Соседа, так сказать.
Так, с гонгом, я так понял, ничего сделать здесь нельзя. С гонгом и с вот этим вот. По-русски написано, но мы это уже давно видели. Ну, все потому, что это очень легко сделать. Нарисовать тут файл, это не закодирован у этой игры. Доступно для редактирования спокойно. Ну и вроде бы все. А, и нет, еще не все. Надо добыть вот это. Я еще что-то приболел немного. Разбился, что ли. Вчера вообще голова болела, не хотелось видео записывать, поэтому вчера видосов и не было. Но сегодня уже получше, но сопли и кашель все еще есть. Ладно, теперь идем запихивать хлопушку туда. Да, этого уровня, по-моему, не было. Но я не помню его, серьезно. На день рождения мне новую клавиатуру и мышь подарили. Игровые такие. Так, по морю. После Великой Китайской стены все вернулись на пляж. Сосед любит плыть на лыжах, плавать на лыжах. И вот тут же решил попробовать это сделать. Но Вуди думает о таких развлечениях по-другому. Ой, блин. Очередное заграждение. Зашибись просто. Но сосед сюда, наверное, не будет ходить. Потому что нечего ему здесь делать. Заделали. И вот из-за этого заграждения тоже сложности будут немалые, я думаю. Потому что следом сосед же пойдет сюда.
Блин, не успел взять очки. Ну все, я тут попался. Мне уже некуда бежать абсолютно. Бежать мне здесь некуда. Вот вообще некуда мне тут бежать. Вот эти заграждения очень сильно все усложняют. А, наверное... Блин, а мне... Ну так мне некуда здесь деваться. Просто некуда деваться. Ладно бы, если бы... Можно было бы... Свалить, пока сосед играет в пинг-понг. Но нет же, нельзя. Короче, я так понял, надо один предмет схватить и быстро убежать. Но это очень сильно растягивает уровень. Надолго, я имею в виду, растягивает. Пакости так, те же. Давайте попробуем свалить. А, у нас же 3 жизни еще есть. Можно этим пользоваться. Я так понял. Ладно, давайте потеряем одну жизнь, потом другого выхода у нас не остается. Ну, потому что заграждение это просто усложняет все. Не оставляет другого выхода. Можно, конечно, взять один предмет и быстро убежать, пока сосед не вернулся. Но это уровень сильно очень растянет. Так, с пинг-понгом здесь ничего сделать нельзя, я так понял. Так, опять придется ждать, пока... Сосед на лыжи пойдет. Только тогда можно будет туда попасть. Ну и жизнь еще одну потерять в любом случае придется. Без этого никак. Абсолютно никак. А, подождите, а спилу что надо делать? Вскрыть любой замок можно. Ну уж явно это не для этой фигни нужно. А, это для вот этого, наверное. Надо. Для лыж, наверное, это нужно. Других вариантов я вообще не наблюдаю. Ну да, правда, фиг знает, откуда гвозди, типа, появились. Так, вот это, потом после пинг-понга лыжи и все. Mm-hmm.
Да, сложный этот уровень оказался. Потому что здесь как минимум одну жизнь придется в любом случае потратить. Смотрим, что дальше. Так, точно в яблочко. Но этот уровень точно будет сложнее, чем тот, что был в оригинале. А, внизу. Снова приветствую, ты смог пройти эти эпизоды слегка. Слегка? Вы уверены, что слегка? С этого уровня будет усложнение. Да, да, еще сложнее. Конец света действительно близок. Но зашибись, я стану психом после этой игры, я вообще... А, или подождите. А, не-не-не, туда нельзя. Действительно. Похоже на то. Действительно, заграждение еще одно. Мод заграждений, блин. Я что-то даже не уверен, что мы его пройдем. Так, ну туда мы... Нам придется еще ждать, пока он... Ну вот очевидно, что резинка здесь. Клей здесь. А, то есть мне надо... сидеть, ждать здесь... трубе, пока он во-первых, вот это сделает, потом сходит, вот это сделает за штангой, потом вот это сделает, и только тогда уже в имитации с... А нет, из трубы вылезти, когда он на штангу пойдет. Ну блин, ну на штангу пойдет, тогда уже вылазить из трубы. Блин, это растягивает уровень, конечно. Не люблю такое. Ох, ладно, ладно. Была бы возможность, я бы спилил бы это заграждение нафиг и все. Ой, не на подушке, а на... А, вот сюда же надо, точно, забыл, блин. Так, а мне что делать-то придется? Мне придется вот так вот туда-сюда бегать, что ли? Потому что сейчас же за собачкой пойдет, а тут мамаш. А, подождите, а мне некуда деваться-то. Мне разве что жизнь придется опять терять.
блин, ну это, конечно, хреново. Это просто хреново. Жизни теперь обязательной частью геймплея являются в этой игре. Потому что других вариантов просто нет. Если оригинальную вторую часть я могу пройти без потери жизни, то с этой уже такое не прокатит. Такое чувство, что здесь местами обязательно их придется тратить, потому что безвыходная ситуация получается. Ага, наложил. О, да, это непросто. Грязи много, тут надо почистить. Давай, давай, последнюю пакость. Ждем уже полчаса, блин, сидим. Мне вот даже интересно посмотреть, на какие уровни, где еще какие заграждения поставили. Блин. Это бесит, конечно. Да. Индия — вторая страна по карте. Теперь сосед не будет скучать один на отдыхе. Ведь с ним теперь его мама будет. Вуди будет стараться сильнее. Сейчас посмотрим, насколько сильнее. Нет, ну зашибись. А, Вуди не может перешагнуть через этот камушек, что ли? Но ведерко, естественно, нам не дадут. Или дадут? Давайте проверим. Аренда кастрюли стоит денег, у меня их нет. А, теперь здесь сюда надо деньги. Блин! Сюда. Да, это просто... Ну зашибись, я в засаде, мне деваться опять некуда. Да вы... Ну вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Ну что за... Ну что за хардкорчик такой пошел, а? Лучше бы меня вот туда перебросило. Гнездо крабов в каком-то странном месте, конечно, находится. Это что, монетка? А, в аренду для вида на ведро. Ладно, давайте следующий уровень посмотрим, что-то... А здесь всего две пакости, что ли? Сегодня все устали, хотел отдохнуть. Но его зовет мамаша, просит пойти с собачкой погулять. Вуди тоже устал и помстит соседа немного. Две пакости, может быть, мы сможем этот уровень пройти тогда? А с две пакости? Какие же две пакости? Пивко! Лестницы нету, ну обалдеть. Так. Может сразу, может косточку боже. Ну
Но это уровень для... Все, понятно. Этот уровень вообще легкий. Так, для чисто для прикола сделан. Я так понял. Вот так вот этот уровень не проходит. Ну а следующий уровень уже явно таким не будет. В Америку. Ну наконец-то мы отправляемся в Мексику. Это будет уже Америка. Мамаша не может уснуть из-за сына Ольги. Соседи из конфеты проверяют систему безопасности в лайнере. Вуди тоже не любит шум. Так, вот здесь хотя бы нет заграждений. Никаких. Гидрокостюм здесь находится. Обалдеть. Ну зашибись, я вообще охреневаю от этого мода. Ну, на каждом уровне заграждения. То чего-то нету, то че... Я только сейчас просто заметил вот эту табличку здесь. Вот это заграждение. Ну это капец просто. Как можно так усложнить мод? На каждом уровне где-то заграждение. Ладно, давайте следующее. Посмотрим, где еще они что умудрились понаставить. Наш Игорь чего понаставил еще где. Вот это заграждение, я так понял, да? Проверим сейчас, так это или нет. Вуди настолько дебил, что не может через весь вот этот мусор перешагнуть. Я в офиге, конечно. Пикник. Скоро вот тут закончится. Может хотя последний уровень пройти сможем, хотя не уверен. Да они обалдели, что ли, ну. Кругом заграждение, блин, ну кругом. И каждое заграждение выглядит по-разному. Это довольно интересно. Хорошо, что они не одинаковы. Они по-разному все выглядят. А здесь что? А здесь такое же заграждение, как и на... Ого. Тут рекламка есть какая-то. 100 наклеек поли каких-то. А, я понял, что это за... Из какого-то мультика. Я, правда, забыл, как он называется. Игорь, че наклеечка здесь... Здесь также 6 пакси, как и в оригинальной, когда соседа 2. На этот уровень. Блин, ну тут заграждение, ну повсюду заграждение. Как мы этот уровень еще пройдем? Патронов. Патронов для вот этого пистолета что-то я не наблюдаю, может быть. А, вот же они лежат, ё-моё. Интересно, зачем здесь заграждение? Лестница-то исправно вроде выглядит. А, мы это уже видели. Ладно, давайте попробуем как-нибудь это пройти. Во всяком случае, тут какой-то способ, я думаю, есть.
Да, это тоже немного задерживает. Я теперь не смогу распилить этот... эту хренью. Потому что... не войдите, не войдите теперь сюда. Это невероятно бесит меня, конечно. Куда такие усложнения надо делать? Здесь в любом случае придется, походу, потратить жизнь. Может быть. Патри придется потратить жизнь. Может быть, но не уверен. Все, можно идти. Не, жизнь мы в любом случае тут потеряем. Окей. Да, здесь мы точно жизнь потеряем. Но давайте... Главное, чтобы у нас, сюда не, не выбросило, иначе нам придется еще одну. Мы опять жизнь потеряем. Фух, повезло. А, стоп, мы же не сможем его взять сейчас. О, да, уровень этот тянется и тянется. Из-за вот этого. Потому что я рыбу теперь взять не смогу. А рыба нужна очень вот для этого. Блин, короче, не хочу я это проходить. Это очень, это надолго будет. Ну давайте плюсик поставим этому моду. Все-таки переделка интересная. Но очень-очень сложная. Очень сложная реально для хардкорщиков сделана. Вот это я понимаю, блин, хардкор. Не то что вот эти кровища, жуткие звуки и так далее. Вот это хардкор. Вот это да. Ссылка на мод будет в описании. Всем спасибо за просмотр. С вас лайк, подписался с меня. Эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал. Поддержку ВКонтакте. Всем пока.